Жим лежа или бенч-пресс – популярный вид спорта среди любителей силовых нагрузок. Жим является частью троеборья, пауэрлифтинга, но есть и такие атлеты, которым близок для развития только этот одиночный вид. Для них и проходят отдельные соревнования. Так как среди населения и молодежи края этот вид спорта очень развит, и чтобы привлечь как можно больше людей к спорту, мы проводим эти соревнования. В жиме лежа выступают все желающие – и спортсмены-троеборцы, и просто люди, регулярно посещающие спортзал. Упражнение на скамье – базовое в пауэрлифтинге. Но предположить заранее, кто же окажется на пьедестале, невозможно. Морально меньшее напряжение, меньше усталости, но необходимо больше концентрироваться, больше собираться. В пауэрлифтинге три движения, три подхода, много подготовок – это больше на выносливость. И спортсмены не всегда могут пиковые свои достижения показать на соревнованиях. Ну, люди как бы готовятся же к этому, то, что тренировки все дают. Кто вот, кому интересно чисто жим делать. А вот мне интересно присед делать, жим и станово. Одновременно проходил общекраевой зачет и первенство среди вузов Приморья. В студенческом состязании четверо уссурийцев завоевали золотые медали. Это Иван Белогривцев, Андрей Фесик, Сергей Сергеев и Денис Лахтин. Все студенты ДВФУ. В основном зачете только одно первое место осталось в Уссурийске. Лучшим в весовой категории до 74 килограммов стал Дмитрий Примачев. Жимом лежа я как бы сам много увлекаюсь. Я когда пришел на секцию, у меня сам начал продвигаться этот жим. Не присед, не тяга, именно руки делаю все. На этом же помосте днем ранее чемпионами края в пауэрлифтинге стали Владимир Беляхин, Ярослав Блажко, Сергей Ткачев и Евгений Косяк. 3 июня лучшие троеборцы Уссурийска выступят на чемпионате Дальнего Востока в республике Саха-Якутия. А в сентябре президент Уссурийской федерации пауэрлифтинга Евгений Басенко поедет на чемпионат России в Кемерово.